Теперь нам мы приступаем к такой предварительной настройке каталога с товарами. И как я говорил, как вы могли видеть в трейлере и презентации этого курса, я говорил о том, что в нашем интернет-магазине будет возможность расшаривать, то есть делиться нашими товарами в своих социальных сетях. Для этого был установлен специальный плагин и добавлена вкладка в консоль, вот она, «Sessie Social Share». Переходим сюда, отображается вот такая вот панелька. Тут куча настроек, но я вам покажу, как очень быстро все это настроить. Сразу переходим во вкладку «Стандартная панель». Здесь нужно чекбоксами отметить те соцсети, которые вам нужны по расшариванию. Значит, мы должны оставить в Facebook, вот эти все соцсети убираем. Twitter оставляем, эту соцсеть убираем, LinkedIn оставляем. Убираем, вернее, WhatsApp оставим, давайте, да, также. Instagram включаем. И где-то ВКонтакте, вот. Получается, раз, два, три, четыре, пять, нормально. Если что, будет не очень хорошо смотреться, то WhatsApp уберем. Так. Переходим во плавающую панель. И отключаем ее. И отключаем плавающую панель. Все, на этом настройка завершена. Сохраняем изменения. Позже мы ставим специальный шорт-код в карточку товаров, для того, чтобы все корректно отображалось там. Но это мы сделаем уже чуть позже.